Создать рабочую группу по взысканию алиментов. Такое поручение дал сегодня Рустам Миниханов. Новую структуру возглавит вице-премьер Рустам Нигматуллин. Сумма задолженности по алиментам – 3 миллиарда рублей. В Татарстане сегодня намолотили первый миллион тонн зерна. Убранная площадь – 390 тысяч гектаров. В тройке лидеров – аграрии Заинского, Сармановского и Нурлатского районов. В Казани прошел фестиваль современной татарской культуры «Пщан базара», «Сеной базар», место проведения «Черное озеро», площадок 10, одежда, еда, книги, лекции – все об истории татар.